Поздравляю вас, такибанеры. Посмотрите на мой трагический фейс. Сегодня в этих сериях вы увидите трагический фильм. Несколько фильмов о городе Владивостоке. О том, какая божья кара его постигла за такое отношение к своему любимому городу. Вы сегодня увидите, произошло это 18, 19, 20 ноября, представляете, еще осенью, но катастрофа была очень сильная. Смотрите, мы сегодня я вам из автобуса по всему городу покажу, проеду и сниму эту космическую катастрофу. Вы поймете, что наказание всегда неизбежно, это действия людские. Это я так считаю. А как вы считаете? Посмотрите мой фильм и посчитаете, прав космос или нет. Я считаю, он прав, но он учит нас. После этой катастрофы 3 дня нет интернета, 3 дня не показывает телевидение. Как хорошо стало.